Продакшн-студии «Республики» намерена объединиться в одну большую гильдию. Актеры, режиссеры и представители съемочных студий подвели итоги первого кинофестиваля. Кинематографисты назвали мероприятие успешным и сделали соответствующие выводы на будущее. Фестиваль открылся, прошел, закрылся. Осознаем ли мы это? На самом деле это очень серьезная заявка. Как говорится, мы одним разом не сможем дальше отмазаться. Вывод такой. Мы заявились, и это не шутка. Надо над этим серьезно задуматься. Бурятский фестиваль первый наш прошел с успехом. Есть, конечно, люди, которые говорят, что это было не так. Но в общей массе всем понравилось. Мы взяли на себя какую-то ответственность после этого фестиваля. С нас будут спрашивать, мне кажется, зрители наши. Ну и это послужило нам каким-то дополнительным мотиватором, чтобы в дальнейшем снимать хорошие картины. Мероприятие стало еще и возможностью для дальнейшего роста. Например, Салбуну Лыгденову поступило предложение о проведении фестиваля каскадеров на Байкале. Помимо этого, возможно, кинофестиваль был первым шагом для слияния многочисленных киностудий. Нам говорят о том, что нам надо создать профессиональную гильдию Союза кинематографистов, что мы участвовали во всех государственных питчингах, на всех этих грантах, потому что у нас статьи местного закона нам не позволяют получать финансирование на местном уровне на производство. Поэтому, да, действительно, все студии, сейчас будем объединяться, естественно, будем создавать какой-то съезд наш, какой-то профессиональный съезд, гильдию какую-то. Добавлю, что на фестивале призов удостоились практически все местные киноленты. Всего 24 награды, среди которых даже выделили номинации для самого вкусного и для самого везучего фильма.